Привет, народ! Вы находитесь на канале Мысли Вслух 2.0. Это Васильев Роман. Сегодня хочу рассказать вам про хобби, про свое. Ну как хобби? Не хобби, а такое увлечение. Сегодня мы занимаемся заготовлением корней лопуха. То есть, ну, лекарственного средства такого лечебного. Оно помогает от язвы желудка, от гастрита. Если перед сном выпить стаканчик заваренного лопуха, он заварится в термосе, ну как настоечка такая, две горсточки на термос там воды, ну там на литр получается, у меня маленький термос. И то есть ребенок мне кашлял, Семен, заваривается этот лопух, наливается в стакан, туда чуть-чуть, пол чайной ложечки буквально меда. Ни одна таблетка, ни мукалтин, никакие там прочие, ни синекот, ничего не помогало. Только попил заваренного лопуха с медом, корня, и все, кашель как рукой сняло, все прошло. Ну, сейчас хочу показать вам, как вот уже собранный, готовый, обрабатывается, что с ним, как делается. Так, вот это вот, блин, плохо видно, корень лопуха, вот корень лопуха, я накопал с утра сегодня, пока все спят, время 6 утра, блин. Все дрыхнут. Вот корень лопуха. Вот у меня ведерочко такое есть импровизированное. Здесь я его чищу, обрезаю лишнее. И получается вот такие вот. Вот такие вот корешки. В дальнейшем корешки эти нарезаются. Тут вот не до конца почистил. Они все нарезаются и ложатся на солнышко. Ну, я обычно колечками нарезаю, то есть его чистишь, нарезаешь колечками, и листик у Верки из духовки берг, и туда колечками раскладываю и на солнышко выкладываю. Он просыхает, потом прям получается сухой такой высохший корень, его убираю и в пакетик, в бумажный кулечек ложу домой. То есть очень полезное народное средство, лопух обыкновенный, который с репейником. Итак, вот я нарезал корень лопуха, вот у Верки взял листик в духовке запекать, который. И что хочу сказать, начинаем перечислять достоинства и недостатки, да? Ну что, так, у меня не сильно кружками получилось, видите, всяко разно понарезал. Пить можно перед сном, как успокаивающее средство, работает, как хорошее, такое успокоительное, можно хорошо заснуть. Не противопоказан детям до 12 лет, то есть ребенку, если у ребенка есть сопли, делаются жгутики из ваточки, макается в отвар заваренный, и жгутики вставляются в нос, у ребенка проходят сопли. Помогает очень сильно против язвы и гастрита. Язва, если есть желудок и язва, пьешь стакан, ну я как чай пью просто, можно чуть-чуть, если вкус не нравится, на вкус получается, когда только заварился, как сырые семечки кипятком залитые. Язва рубцуется сразу, то есть помогает от гастрита очень хорошо. Если присутствует запах изо рта, там больные зубы во рту, можно полоскать рот там 2-3 раза в день. Запах изо рта пропадает, зубную боль снимает. Что еще можно сказать? Да, куча всяких достоинств у него. Как успокаивающий эффект я сказал. Сопли лечит у детей, у взрослых. Повышает иммунитет. Нормализует стул. То есть у него присутствуют эфирные масла. Если вот ребенок покакать не может, даете ему отвар из корня лопуха. Ребенок нормально покакает. Также при диарее стул нормализуется и начинает человек нормально ходить в туалет. Что еще нужно сказать? Да куча всяких достоинств. Можете, кому интересно будет, открыть интернет и в интернете почитать про корень лопуха обыкновенного. Я вот так вот его измельчаю. Ну, сейчас вот поставлю на солнышко. Он подсохнет, он еще, когда подсыхает, он уменьшается.
в размерах получится не так уж и много, как здесь сейчас на листике. Как что еще раз, что еще забыл сказать-то? Наверное, вроде как и все. Сейчас покажу, как собирать лопух, как он выглядит, потому что многие городские жители даже в глаза не видели, как выглядит лопух, как его собирать. Листья лопуха, кстати, помогают при суставных болезнях. Берете листик, срываете, мнете его, жамкаете так руками. И не той стороной, которая вот такая бархатная, а той стороной, где прожилины. Прикладываете к суставу, обматываете, и сустав успокаивается, проходит сустав. То есть против болезни сустава тоже можно пить. И вот листья сами так хорошо действуют. И вот забыл еще сказать, что противопоказаний у корня лопуха нету никаких абсолютно. То есть его можно пить каждый день как чай. Можно даже просто брать корешки, запекать его в духовке и употреблять в пищу. Никогда не будет у вас ни язвы желудка, ни гастрита. Можно постоянно пить как чай. Если чуть-чуть обжарить его в духовке, ну то есть измельчить и обжарить до золотистой корочки, можно заваривать, по вкусу будет похож на кофейный напиток. Кому-то может быть более приятнее будет так употреблять. То есть противопоказаний к применению нет никаких. То есть можно пить как чай просто каждый день. Так, и вот. Вот так вот выглядит лопух обыкновенный. Вот бархатная сторона. Вот сторона с прожилинами. Его мнете, прикладываете на руку. И проходит суставные боли. Лопух, чтобы достать, его очень трудно выкопать, обкапывается. Вот корень. Обкапываете вокруг и достаете корень. Длинный, бывает до 25-30 сантиметров. Вот так вот выглядят листья обычного лопуха. Вот тоже травка интересная. Называется пустырник. Люди многие пьют, как успокоительное. Людям прописывают, как успокоительное пустырник. Но врачи, никто, я не знаю, может знать не знает, что пустырник нельзя прописывать человеку, у кого язвенные болезни, ну, язва желудка, либо гастрит. То есть, если лопух ты пьешь обыкновенный корень, язва и гастрит проходит, то если решили подлечить нервишки и пьете таблетки пустырника, либо сам пустырник заварите, но мы о нем позже поговорим. Тоже травочка-то хорошая, противопоказаний у него много. При язве желудка он может вызвать, по-моему, даже кровотечение, вплоть до того, что с пустырником надо быть поаккуратней. Лучше, чтобы успокоить нервишки, лучше на ночь выпить корень лопуха заваренный, чем пустырник, таблетки или растения. Ну, как-то вот так вот. Вот лопушок. Также хочу подметить, что лопух, блин, жарко сегодня, не собирается в низинах, во врагах, вдоль речек каких-нибудь и вдоль дорог. Лопух вдоль дороги впитывает все автомобильные масла и гари и прочую. Также во враге и вдоль болот впитывает всякую в себя нехорошую эту заразу всякую, короче. Хороший лопух надо еще поискать. Вы были на канале Мысли Слух 2.0. Это Васильев Роман. Увидимся. Всем пока.